друзья, всех приветствую с наступившим всех Новым годом, всем удачи в Новом году. Женек приехал, привез кучу фар. Хотим переделать. Это с другого спринтера, это мои родные. Хотим расклеить, переделать их внутри. Ветрено сегодня у нас на уличке, друзья, приехали в строительный. Женька, сейчас он подъедет. Будем, купил забора, хочу поставить, переставить забор, пока дома есть время заняться домашними делами. Начнем с забора, а дальше посмотрим по ситуации. Пока неизвестно, что с машиной делать, еще не решил. Лететь, красавчик. Взял 5 секций, там померил, кое-что переделаю, кое-что добавлю. Приехали, посчитали мне $3,500, а я купил на 725. Чуть-чуть грязноватый, но симпатичный. Сейчас загрузимся, у него там груз сзади, правда. Сейчас засунем. Флаги приспустились, ветер сильный, флагшток опустился. Сейчас выгрузили заборчик. Женьку надо поменять подшипники передние на ступицах к эрдыкам. Сейчас он ему с донора поставим. Вот эти вот. Потому что у него вообще, я не знаю, как он доехал. Один крякнул конкретно, вот этот левый. Сейчас поменяем ему левую и правую сторону. Эти только 65 тысяч прошли, должны быть и цуки. Я их подразобрал, но не до конца. Сейчас рычаги надо открутить. Начнем по стандарту. С пивка. Иначе дело не пойдет. Вот ты пробовал этот? Опустили, поставили на козлы. Два козлика. Низковато получилось, но ничего. Ну да, у тебя тут побольше, слушай, выбора обводка на дисках. Все равно они еще нормальные. Еще можно покататься. Можно тебе оставить. Было панику, а механика. Я думаю, тебе еще можно покататься, тебе просто забрать, посваляется. Эти просто диски там. Диски менять, то не проблема. Но от люфта так вот ничего. От нет, и люфта там на этом подшипнике не увидишь. Только шум. Да, то же самое, Жень. Я бы еще на них поездил. Так 1500. Но так как раз до 500 я стал. Мои там у Игоря в серванте стоят. Легендарные, 500 000, которые прошли. Я что же думаю, что панику развел, потому что вроде нормально было еще. А если сильно долбанешься в яму, этот не согнет? Не знаю, проверим. Но у меня ж согнуло этот упор при ударе, да. Почему подрамник надо менять. Интересные. Они жесткие, а это они не сильно жесткие. А, это они, блин. Не, они же как типа имитируют пневму. Ну, як это, як сиська. Блин, не подложим этот. Корыться. Придется на тряпке брызгать. Ну ладно. Надо помыть, потому что мы сейчас будем просто чумазые. В перчатках не будем. Короче, сейчас поменяем пару вот этих вот хабов. Это с донора здесь. Отличные они. Чудесные просто. Сейчас посмотрим, может еще и диски поменяем. Диски трошки проржавевшие. Ну, износа на них нет. Практически поменьше, чем на Женькиных. Но не знаю, сейчас посмотрим. Я бы еще на этих покатался. Так, еще на 150-200. 150 точно. Машина прошла 300. Женек, сколько ты проехал? 306,5. 306 тысяч. А, мелочи, еще только обкатку прошу. We'll be right back.
Что вам скажу? Короче, этот вообще не хочет крутиться. Вот так очень тяжело проворачивается. Этот вообще на изи. А этот вообще хрустит там что-то. Аж рывками. Я вообще не знаю, как он на нем. Да, фиксики внутри конкретные, аж, знаете, рывками он клинит аж. Да, клинит. Ну, это, понятное дело, еще свежий. Блин, как ты на нем доехал, вообще, я не представляю. Так где-то ты на нем проехал уже, не знаю, 1004, наверное, да? Три? Сейчас скажу, от Миннеаполиса до Тулсы, Оклахомы, Луси, 800. На Сан-Антонио, Сан-Антонио в Даллас, с Далласа сюда домой. Ну, 1004 майла. Да, 3,5-4 тысячи майла на хрустящих подшипниках, а? Шо-шо, на Мерседес всегда домой довезет. Чтоб с ним не случилось. Ну, кроме той ситуации, что у меня. Да, там тяга тоже вставили. Тягу вот эту у меня сейчас в рулевую. В принципе, колеса крутятся. Просто что в разные стороны. На, печалька. Взял? Да. Быстрой. Это что? Эхо 23, по-моему, да? Ну, держи там. Вверх, а нижний не, да? Да, только верхний. Да, не видно удовольствие. Отверстие. Тварюка. Все, пойдемте. На другую сторону. Ебать. Да, я вообще не знаю, как. Они оба заклинившие нафиг. Я вообще не знаю, как ты на них доехал, честно говоря. Как он? Ну, оно вращалось, как бы, или вращалось относительно легко в первое время. Большой, не сильный. Как он ездил на них? Я не знаю, женек. Как он кверху? Как он кверху ездит? Знаешь, вот это вот преимущество, когда у тебя хорошая музыка в салоне, ни хрена не слышно. Главное, что не клюнуть. Да-да-да. А то тут можно нормально улететь. И машину не поднять. Даже на тех поднимается, ё-май. Аж рессору выжимаю. Пойдете? Сняли. Теперь осталось мелочь поставить новый. О, ветер, да, сегодня капец. Ага.
Флаги бедные упали, ё-моё. Флаг так упал. Потом подниму, как успокоится, вроде к вечеру должен успокоиться. А есть левой, правой написано? А, вот тут. Где я видел? Где-то я видел RH. Да, я тоже где-то видел. Да стой, не крути. А, вот. Ой. Ям, только отлично. О, класс, да. А, вот RH. Ё-моё, как ты на ней проехал? Так вот эта вот кастрюля как раз. То, что помнишь, я говорил, что звук кастрюли был. Вот она откуда. Да, это жесть. А он у меня уже больше года. Да не, ну не больше года, но... Не, ну у меня вот иногда то появлялся, то исчезал, то появлялся, то исчезал, то есть... Ну я сразу сел, я сразу слышал, что это. Это сейчас такой пиздец наступил. До этого оно так постепенно, по чуть-чуть. А ну давай её. Кину. Чуть-чуть нажми, чтобы не выпадало. Я отвертку возьму. Давай. Куда? Нижнего ничего. Давай чуть-чуть подтянем. Можно, в принципе, вот. Не, ну да, но вот это... Вот посадочное место от старого. Стоит. Сейчас мы, давай, подтяну я чуть-чуть. Ага. Этот. Низ затянем. Чуть-чуть затянем низ, а потом вверх подтянем и штангелем вымеряем. Сколько нам надо. Да не, ну старый не будем ставить. Блин, трещот. Нет, не, это ты хотел же снизу подтянуть. Не, снизу потом потянем, дай мне. А, ты имеешь в виду затянуть этот? Да, да, да. Угу. Чтоб он пока раз вверх, наверх поднялся. Пока переключи. Идет. Это как с домкратом, помнишь, что да? Ну, да я просто у него может прокручу. Да не, он не должен. Да. Я полностью можно на него зажимать пока что. Просто чтобы он наверх поднялся. Да не хочет, я что-то прокручу. Угу. Надо вовнутрь что-то. У нас нету, там, по-моему, шестерни. 30-го ключа нету? А, есть. Давай 30-й ключ. Мама так не зажмет. Сейчас пока вспомню, куда я его. Тут звезда. Так. Давай
Кстати, это маркер. Семь и пять, да? Теперь я должен быть 7,5 вверх, 9,5 вниз. Просто если придавить, растянем. Еще можно чуть-чуть. Потом промеряем еще раз. Этот элаймент не угадать, короче. Женек решил вообще красоту навести. Маскирует следы бывшей машины. Да, она там. Не видно же все равно. Обезжириваем пальцем, да. Ой, мимо. Ничего, сойдете. Да уже весь красный, да уже чуть-чуть. Раз уже там покрасил. Сейчас бум на машину разляпал от оборота. Так, что, ставим тормозные? Нет. Да, тормозные диски. Да, тормозные диски. А потом этот, суппорта и все. И good to go. Там все затянули. Развал немного отрегулировали, как получилось. Вроде бы так, как было, поставили. Ну, не знаю, что посмотрим. Будет, если мы его поставили идеально? Да, будет смешно, если мы его лучше сделали, чем он был. Потому что... Немного что-то он делал, ему развал заезжал, немного зажирало у него внутрячок. Плохо сделали, но я не знаю, как они вообще делали, потому что болты родные стоят, не регулировочные. Я уже все менял, у меня уже регулировочные стоят. Поэтому не знаю, что они там регулировали. Как-то так. Так, собираю, короче. Женек в свою сторону, я свою. Точнее, не родные, а вот еще, еще походят. А где молоточек, чекуваточек?
Так, сейчас. Уже что-то тут сильно много ключей у меня живет. Вот 9. Так, это зараза как было. Наверное, так. Ты звездочку одел? Какую звездочку? Которая это промышленно зажимали. Да? Я же суппорт ставлю. Не попадаешь? Ага. Вот у меня ключик есть. Лови. Где это отверстие? Да, у меня тоже туговато наделся, но оделся. Сейчас я одену. Одевается просто не так, как хочется. Да. Возмущается. Я поставил новые тормозные диски, что было за полгамма, вторую тройку. А это родные тормозные твои диски? Да. Ну, 310 тысяч диски прошли уже. Красота. Да еще на них, я тебе говорю, до 400, до 500 тысяч доездишь. Я вон на своих 500 прошел. И то можно еще было чуть-чуть, ну, уже. Да. Ну, дядька Игорь сказал, что давай поменяем, я поставлю в серванты. Я говорю, ну хорошо. Раз в сервант мои диски легендарные, с легендарной машины, то бери. Да, так уже и быть, говорю. Так, давай, чтоб я тебя не сбивал. Уже. Так, сенсор прикрутить. Раз. Что у меня этот провод, как-то он тут не туда, не сюда, как он был. Здесь вот это так телепас. Кажется, нет. Как он легко вращается? Да, по сравнению с твоими, конечно, разница в космосе. Так, ну ладно, пойду на ту сторону. Гляну, что там у него. Что тут, Женька? Женек, что ты тут? Одел? Ну. Да, я видишь, думал, сейчас расход будет вообще 30 миль. Видишь, да. Закрутил? А, да. Перепроверь на всякий случай. Я долго не мог его поставить, выровнять именно. Колодка выпала, ё. Да, 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 все.
получилось там. Не сиделось. А, ты ж помнишь, она упала. Ё-моё, вот это колодки. 50 тысяч на покушение. Я на волю и фашки. 2 сантиметра. Так. Там датчик, наверное, не помню. Просто это, наверное, датчик стоит. Да? А, я вижу, вижу. Так он туда не заходит. Тяжеленький. Оденешь? Надеюсь. Верхний одень. А потом уже нижний. Я не понял, как это. Получается, на другую сторону попал. Да. Да, попал уже. Пивметра туда закрутил. Так, тут закручиваем. Еще остается колеса. Да. Колеса ставим. И все, цел мусорку. И все. Сейчас тогда, пока он там, мне надо позатягивать болты эти на суппорте. Все? Ага. Крутится? Тихонько? Да, песня. А ну эту. Смотри, чтобы тут домкрат за собой не утянул. А на примере. Ще, наверное, да? Еще чуть-чуть. Буквально. Один вот. Стоп. О, свистит ветер, слышишь? А, это ветер? Ага. Я думал, это дети кричат. Не-не-не, где-то ветер свистит. Слышишь? Попадешь? Чи тебе помочь? Вот тоже она я. Подключается. Потому что подшипники сильно хорошие. А ну не, вытяни чуть-чуть. Она. Стой, она вот так вот. О, не, еще чуть-чуть на меня. Не туда, не сюда, вниз. Не, ушло. Стой. О, стой. Приподними. Еще. Все. Есть одно. Ну, теперь уже проще. Трошки. Резьба заржавела, лежали под дождем. Что? Пистолета. Только по чуть-чуть. Легенько. О. Так. Як в броню.
втягивай, оно втягивает. Застреливай. Сейчас мы еще динамометром проверим. А где он, между прочим? А, вон он лежит. Можно вот проверить, есть у меня такой инструмент. Опа. Торк проверим. Проверим торк. Ну, глянь, как новое. Оно даже новое так не крутилось. Да, не, ну. По сравнению. Слышишь? Что? О, ближе сядь, послушай. Ой, извини. Камушек в колесе. Внутри колеса. А как они так бортировали шуками? А я думаю, это, скорее всего, когда по безрожью ходил. Или что, ты думаешь, что так залезло? Вполне возможно. Вот это вот вообще мне нравится. Глянь, ё-моё, она заклинила. Да, её вообще, глянь, клинит конкретно. Но это ещё не это. Не очень интересно. Вот это вот вообще мне нравится. Это прям вообще, гляньте, она чик-чик-чик. Она рывками клинит конкретно. Между прочим, кому надо, вон номер 907-332-0720. А чё их тут два? Не понял. А, не одинаковые. Нет, не одинаковые, друзья. Номера разные. 907-332-0720. А это 907-332-0620. Женёк, а как так, глянь, два парт с номера? И они разные. 907-332-0220, а этот 0320. Может быть, 2500 и 3500 надо пробить? Может быть, может быть. Может, моя суперсингла? Может быть. Да, то, что на моем на 2500 стояли. Ну, блин, ну разные номера, гляньте. Надо пробить по интернету. 0220 в конце и 0320 в конце. Это левый, а правый... 07 и 0620. Надо будет сейчас зайти в Mercedes на дилерскую. Не, надо сейчас на Mercedes на дилерскую зайти, пробить их. Почему они разные? Сделать фотку. Что это за... В чем разница? Мне кажется, может, у меня же 2500 и ступицы стоят. А... Ля, ты что, диски тут мыешь? Да ты брейк-клинером, конечно, диски мыешь. Это вообще жесть. Ты все равно машину мыть будешь. Сейчас на драйве накапаешь меня вот этой жидкостью. Но там он щелочь, как будто жопа. Начинается. Ляек. Да забей ты потом, по-моему. Поехал, есть ты хочется. Давай поехал и покатаемся на евромашине. Ой. Так, узел, подожди, забыл. Подожди, я свию вытяну, а потом тычешь. Или давай вместе по чуть-чуть опускать. Ух ты. Да, ты шо. Вообще красота. Сейчас затяжечку колес проверим. Такое вам маленькое видео. Разнообразие. Пока, друзья, еще в ожидании решения своего короля дорог. Что с ним делать? И точнее еще делать, чем не делать. Ну что? Колеса ровно? Не, они же сейчас из-за того, что мы поднимали, они сейчас домиком стоят. Да все равно, надо хоть ровно. Мы там такого накрутили, что...
Вот столько откручивали. Это надо на этот съехать, он прыгнуть. Ну да, сейчас они на другую сторону выломлены. Так, ну давай соберем чуть-чуть. В гараж хотя бы эту всю ерунду. Руки помоем. Да. И поедем. Что, едем на проверку. На сабвуфер. Сейчас посмотрим. Да что ты простегаешься тут? 2 метра ехать. О. Сейчас послушаем шум. Шум колес. О, тебя тут заминировали. Да что ж такое? Пес тебе друг. Пес патрон был. Да, это надо им по шее надавать. Надо посмотреть на камере, кто заминировал. Мы же с тобой все прикрутили. Надеюсь. Ну, уже тише, я слышу даже. Так сразу любая вибрация. Груз только тарахтит. Це я не пристегнувся, бо ремень за шторкой. Гляньте, у нас даже деревья чуть-чуть стали осенними. А это, глянь, по этот. У меня дерево опадает раз в 2 года. Оно опадает, и сразу же через 2 дня зеленые листья. Вот такой дуб у нас. Это я один из спилял. Так, ну на схождение ты только проверишь на трассе где-то. Тут ты не проверишь на такой скорости. А ну чуть-чуть разгонись, будешь у меня. Да нет, ты что, идеально, да? Только руль, по-моему, сильнее. Они сейчас чуть-чуть поработают. Сейчас узнать, где повороты постоянно. Да, да. Ну, короче, сейчас проедемся, посмотрим. Это тишина вообще. Ну, все, проехались, пообедали, поужинали уже, можно сказать. Короче, этим кирдык обоим. Сейчас не знаю, может, ему еще диски нужны заберет. А так все вроде бы год. На резину перекинуть назад, потому что еще... чуть-чуть резину подвыгрызла и шумок от резины есть. Но так, в принципе, гуд. Женек решил фару распаять. Вечером, да? Тренировочно это вариант. Те вот 2 моих родные, а это 2 с амазонского, да, спринтера, да, разбитого были. Они поврежденные, они тут. Как бы отломанное крепление такое. Короче, чисто взяли поэкспериментировать, снять стекло. Сейчас вы скажете, зачем? Вы, мужики, занимаетесь фигней. Ну, бывает, да. Мы просто хотим разобрать ее и сделать внутри линзы. И посмотреть, вообще они туда влезут, не влезут, что будет. Но линз у нас пока нету. Мы чисто хотим поиграться, снять стекло на этих фарах. Посмотрим, что сейчас получится. Какой диодик? Азбука. А, этот поворот или габарит, габарит. Точнее. Ух ты, горячий. Короче, поэтому сняли. Да, короче, распаяли. А, он, наверное, приклеенный был точно в натуре. От температуры. Посмотри, вот маска получается раз. Идет серебро. Ее можно серебристое вставить. Но вот здесь вот, вот, смотри, вот линия идет. То есть можно вот так кинуть подсветку. И можно вот так вот подсветку сделать вот до сюда. То есть не делать стандартно, как у всех, угу. А чисто вот так сделать. Угу. И будет как на Ешке на Марсе подсветка. Тут как раз, видишь, хорошо, что есть куда спрятать. То есть тут засверлился, спрятал, засверлился, спрятал. Ты
сюда можно ленту тоже кинуть. Сюда можно прям чуть-чуть лампочки побрезать. Угу. Тут тоже, видишь, аптек, обжигательный. А что, он просто валяется? А он выпал с этих, от удара. А, он от удара. Видишь, этот нормальная сторона, а этот как подшмаленный. Нет, это их красить надо. Ну да. В принципе, тут дырку вырезаем. Вот так вот сюда линза. И сюда. Анки должны быть. Да, но видишь, что там еще болт. Или это, может, перегрели? Не-не-не, тут болт там идет. Нет, это такие есть. Оно тут тоже, вот видишь, так. Тоже ж так же вот. А, точно. Короче, такие вот приколы с фарой. Это... Надо теперь просто подогреть, чтобы выровнять пластик. Эксперимент проводим. Да это пальцем сейчас горячо будет. Да, перчатки. Не, ну понятно, что пластик по кругу можно выровнять. Хороший клей был, слушай. Ну, держал так прямо мозычок. Ну. Ну, на первой поигрались. Не, надо перчатка высота. Или он твердкой возьми подрывай. Она ж круглая. Отверткой возьми. Нам надо еще он клей почистить, повыковыривай. Но это нам она не нужна, это фарат. Зачем заморачиваться. Ну, она возвращается, я вижу, что возвращается. Просто надо по кругу пройтись, прогреть хорошо. Надо садить на... Обычный герметик, чтобы если что, да, в любой момент можно было легко, хорошо расклеить. Так, Женек помчал домой на новых подшипничках. Ай, хорошо пошел, да? Отлично. А я пошел отдыхать, друзья. Что, фару разобрали, бросили? Не знаю, подумаю, что с ней можно сделать. Короче, пофантазирую. Всем спасибо, кто остается. Дальше что-то будем снимать вам. Не знаю, что, но что-то будем снимать. Постараюсь не пропадать.